Hey, всем привет, я снова рада видеть вас на моем канале. Итак, сегодня у нас подборочка будет для любителей серьезности или для тех, кто устал от легких, немножко легкомысленных дорамок про любовь. Итак, запасайтесь чайком, печеньками и давайте уже начнем. Итак, я вам сказала запастись чайком и печеньками, но для следующей дорамы я советую их вам отложить, так как в следующей дораме вы увидите, ну, очень много крови и всего такого пугающего. Итак, высший день. Итак, наш главный герой – примерный семьянин, образцовый работник пожарной станции и просто славный парень. Ли Ханчхоль и подумать не мог, что однажды ему придется убить человека. Все началось с того, что главный герой раскрыл страшную тайну, а именно то, что тихий и дружелюбный сосед, который занимается рисованием с его дочкой, на самом деле серийный убийца, которого уже давно разыскивает полиция. Но сдать его органам власти не получится, так как дочка Ли Ханчхоля пропадает, а неизвестный киллер, охотник за маньяком, просит простого пожарному самому раскрыть преступление в течение дня, иначе его дочь погибнет. Вы удивитесь, но следующий у нас китайский триллер, и я не сошла с ума. На самом деле, китайцы тоже довольно-таки неплохо снимают, и эту дораму многие советовали. Итак, дорама «Начало. Перезагрузка». Итак, сюжет данной дорамы начинается с того, что в центре города на полном ходу взрывается пассажирский автобус, но детективам удается выйти на девушку, сошедшего с него всего за несколько минут до аварии, причем не на остановке. Поэтому-то она тут же становится подозреваемой. Ею оказывается студентка Ли Шицин, которая рассказывает невероятную историю. По словам девушки, она попала в петлю времени и раз за разом погибает во взрыве. Это единственный раз, когда ей удалось сойти. Но правда в том, что не только она застряла в этом событии, ее сосед в автобусе, гейм-дизайнер Сяо Хэ Юнь, тоже проживает этот цикл, и стоит одному из них умереть, как все начинается снова. И последняя дорама в данной подборочке – «Король свиней». Итак, начиная расследовать убийство молодой женщины, опытный детектив Кан Жа узнает, что ее знакомый по полицейской академии Чон Чун Сок связан с этим преступлением. Копнув поглубже, она выясняет, что ее товарищ и таинственный убийца учились в одной школе и подвергались травле и чудовищному обращению со стороны своих одноклассников. Только Чон Чун сумел все забыть и стать хорошим полицейским, а некий Хван Кён Мин так и не смог справиться с детскими травмами. Он полон ненависти и жестоко мстит своим обидчикам. В итоге детективы Кан Жа и Чон Чун Сок идут по горячим следам и пытаются поймать убийцу. Очень интересная дорама на тему буллинга и школьного насилия. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось данное видео, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. А на этом давайте уже закончим, до следующей подборочки.